огненно-красный, стильный и изящный. Мы увидим его еще не раз, но сейчас факел предстал перед взорами общественности впервые. Всего их будет 14 тысяч, что соответствует общему количеству факелоносцев, которые преодолеют 65 тысяч километров пути. Своя доля олимпийской радости достанется и Оренбуржи, и сюда огонь забредет в декабре, что станет своего рода данью уважения перед олимпийскими заслугами земляков. В современном олимпийском движении Оренбуржи стало участвовать с 2000 года, когда наши спортсмены стали участниками олимпийских игр. В основном это, конечно, летние олимпийские виды спорта, это как бы прыжки в воду, это теннис, это баскетбол, то есть борьба. Это виды спорта, в которых участвовали наши олимпийские участники, спортсмены, и они добивались определенных результатов. Подготовка к проведению эстафеты уже идет. Известно, что среди оренбургских факелоносцев именитые и достойные земляки, герои, тружники, чиновники, студенты. Особое внимание уделят безопасности на дистанции. Все должно пройти, что называется, без сучка и задоринки. Совсем недавно мы презентовали и провели шествие огня универсиады, поэтому наработали определенный опыт. Я думаю, что это получилось очень здорово, зрелищно и очень значимо для города. Правда, эстафета олимпийского огня единственная, чем Оренбург окажется причастен к Олимпиаде. Среди спортсменов в Сочи наш край не будет представлен никем. Впрочем, как и 4 и 8 лет назад. Впрочем, эта ситуация временная, обещают чиновники от спорта. Во Всероссийский олимпийский день состоялось награждение лучших атлетов края. Оренбурженке Ольге Сухаревой присвоено звание заслуженного мастера спорта по так называемым заочным шахматам. Это когда соперник находится в тысячах километрах и игра идет по переписке или онлайн. Это может быть некий такой итог шахматной работы, шахматной деятельности. Ну, это почетное спортивное звание, само за себя говорит. Начинающие спортсмены, ветераны, любители и профессионалы, они получают заслуженные награды за свои успехи на ринге, стадионе, борцовском ковре. Так что олимпийские амбиции Оренбуржи выглядят вовсе не безосновательными. Виталий Сапожников, Дмитрий Журавлев. Наше время.